Ну, как любой нормальный человек, мне бы хотелось, конечно же, чтобы это закончилось поскорее. Вообще, когда убивают людей абсолютно невинных, как бы вообще это нонсенс, и как бы такого не должно быть. Ну, вот, и, конечно же, мне хочется, чтобы это закончилось поскорее. Я являюсь заслуженным артистом Украины. Меня в 2004 году Леонид Данилович Кучма награждал этим званием за песню «Баллада о Луганщине». Мы в 2004 году на 65-летие Луганской области исполняли на стадионе эту песню. Ну, вот, и он наградил меня вот этим званием. Как бы в 2004 году было все нормально. То есть мы жили, пускай уже как бы это было страна СНГ называлась, да, но тем не менее как бы все дружили, все было хорошо. А теперь вдруг вот такая вот история произошла. Ну, я знаю очень много людей с Украины, и как бы наша жизнь связана с Украиной достаточно плотно. Есть люди, которые поддерживают это правительство, есть люди, которые не поддерживают. Не знаю, трудно здесь говорить что-либо. Но однозначно я хочу сказать, что большинство россиян, и я в том числе, хотят, чтобы этот кошмар и ужас поскорее закончился. Но когда это и произойдет, к сожалению, не знает никто.